Ты сдохнешь, блядь. Я думаю, ты сдохнешь, блядь. Мы не сдохнем, блядь. Мы не сдохнем, блядь, блядь. In America, that is considerable. But if you want me to say something, I'll say it. 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 О, Боже, Россия, блядь, не ездит, блядь, слава, блядь, мы все поможем, блядь. За русских, блядь, все. За русскую, блядь, славу, блядь. Потуши, потуши, блядь. Вот, блядь, молоток, потуши, блядь. Ну да. Я же хочу спустить, блядь. Ну, я же все, блядь. Да, я не вижу, блядь, я там тебя хочу, блядь, все, так вот. Это часто, блядь. И нужно, блядь, брать, блядь, туда, блядь, пошло. Пошло, блядь, вот, блядь, можно, блядь, блядь. Смотри, твоя железовка, блядь. Я, блядь, тебе ладно, блядь, поставлю, блядь, доктора. Ага, посмотри, блядь. Ты можешь, блядь, она его, блядь. Там, блядь. Где она? А ты, блядь, смотри, погуляй, смотри, блядь, прикольно, блядь. Ну, как обычно.
вот это не верю. Я палец не отрывал. Да, я отрывал палец. А у меня тихо. Да? Что, правда, что ли? Ну, он для телевизора не собственно работает. Зайди, посмотри. А что, я же даже на микрофон записал, как ты меня собирал сейчас что-то там... Как там, лом в лоб засунуть, там, убить. Кому? Что, я что? Я только полицию вызывал. Это не полиция, я медик вызывал, у меня нога раз все пухла. Я записал на микрофон. Что? Да, записывай, что угодно. Вон, у меня нога. Я медика вызывал, а полиция никого не вызывала. Правильно, я вызывал. Вы уж дарёшь по ночам. Заявление будете писать? Да я уже два заявления написал. И с него там возьмите, это, ложе показались. 35 статью. Уважаемый. Давайте распишем. Давайте изначально проверим ваши документы. Пожалуйста, заходите. Один заходите. Давайте, ну можно. Не, я просто прикрою. Не бойся. Вот так вот прикрывайте дверь, гражданин. Я немножко прикрою. Не прикрывайте дверь. Я немножко прикрою. Ничего не с вас сотрудника не будет вашего. Давайте, проверим. У меня вот Ольга вот есть, вот. Я вот этот документ заказал, Ольга для врача. Ну, мне только паспорт. Вот, пожалуйста. А его, я вообще... Пульс мне не нужен. Извините, я его не знаю. И, по идее, я в этом мужика не знаю. Да. Ну, я первый раз вижу. Не знаете, значит, не знаете. Не знаю я его. Вот, у меня паспорт, все. Вот, я вызывал медика. Мне нужно медицинское обслуживание, вот вся распухшая нога. У меня травмобиль. Я вызывал только лучника Александра Витальевича. Лучника Александра Витальевича. Не верьте, что это нет. Нет, чтобы он там не смотреть там на это Александр Викторович, 66-го года рождения. А этому дядю я не знаю. Мой сосед столетнего Тарзана ждет пятого. Я не первый раз вижу. Сань, ты только что мне орал, что собираешься меня убить. Да что, ты дурак, что ли? На кой ты мне нужен-то? Какого разна-то? Кто это такой есть? У меня записано все. Да записывай там, что хочешь. Лучше пацаны так все. Еще какие документы надо? Нет. Надо, чтобы вы вели себя тихо, спокойно. А лучше бы легли спать. У меня вон телевизор еле работает. Я жду скорую. Вот скорую, да, я 7 раз вызываю скорую. У меня отек ноги нужно. А то вены лопнут. И... Ну? Ну, и смерть будет. Поэтому бить не надо. А там что было? Вот, и... Просто я здесь на адресе. Я вообще-то в аппарате, ты знаешь, где моя земля? Я там крутился. Сейчас вот разнешь. Вот я здесь, если что. А квартирка? Мне не вылезет, я брату ее перепишу. Пожалуйста, видите, мы объясняем дежурно. Ну здесь я говорю, покажусь. Все, его уже никого жалуют. За эту штучку не вцепляйся, у меня нет. Ну он говорит, я спокойно себя веду, как бы музыки здесь нет. Заявитель говорит, что уже писал заявление. Да пусть вот, он пишет, что хочет. Мне все равно. Пусть скажет, что хочет. У него адвокат там это взять. У него взять там... Гражданин, не с вами сейчас. Ну, на данный момент, гражданин говорит, то, что заявление писать не будете, так? Не будет. Там уже два раза одно списали, потом лишь вспомнил, надо обращаться. Нет, у меня чисто не отдал. Я, чтобы не подвозил, сейчас оставить ничего. Извините, ну все, отдал. Сейчас он... Нету больше, нет. Тишина. Добрый. По крайней мере, дома у него... У меня нет ничего. Ну, вот, я вызывал скорую. Ни никакого, мой брат, ни оружия, ничего мне нет. Надо, что не держись за стол, со стол. У меня нет ничего. Я участковый все забрал. Была такая куколка, ну это, когда в шаре принимают детей. Даже за 100 метров там ничего. Так что нет у меня ничего. Ни оружия, ничего. И не притыкаю. Нет, ни шокера, ничего. Это что, сосед? А, заходи, уходи, сосед. Заходи. Вон, сосед, там на работу пошел. А мне туда не стоит прыгать ничего. Я шумел. А вы слышали, что я шумел? Говорит, не шумел. Говорит, очень не шумел. Вот, сосед вам скажет. Был у меня что-то или нет там? Ругался ты сегодня? Был. А у вас сколько? Феликсович. Ну, это со скорой ругался. Феликсович. А, так? Ничего не было. Ну,
Можно как-то? Нет, не забывай. 26 октября. Сегодня, во всяком случае, было. 80. Это совсем понятно. И это квартиру хотят. 80. Квартиру была получена. Господи, я квартиру подписал брата. Поздравляю. Мне ничего не принадлежит. Если... Александр. Давайте. Тихо, спокойно спать. Естественно, спать. Скоро я не дождусь, все равно. Не надо. Пойдем спать. Доброй ночи вам. Спасибо. До свидания. До свидания. А ты получишь? Мне его улыбка, знаете, противная, как хохлятская. Это не ладно. Вы, главное, все, ложитесь, отдыхайте. Саня, хочешь, я им покажу дубинку, с которой ты меня убивал? Которую ты на помойке нашел? Нет, которую ты. Она у меня. Я ее на помойке выкинул. А он с помойки притащил дубинку. Все, давайте, я вышел. Я не буду с ним скандалить даже. Вот именно. Я знаю, что... А что ж вы тогда ведете диалог-то с ним? Я же говорю, ложитесь. Я с вами говорю. Я не с ним. Я вас не слышал. Все, он, у него адвокат, зять. Но он думает, мне как бы проблемы не нужны. У меня свои. Мне тоже не нужно. Поэтому давайте, ложитесь. Да, спокойно спать, я выключу. Потихоньку телевизор даже не слышите, что у меня работает.